Добрый день, экипаж, 50 схема Дюбисалта, все прорисает, точки работы на летней кухне 154 градуса. Погода простая, давление 7, 7, 6, 4, 7, 7, 6, 4, 7. Ветер из земли 140 градусов 4 метра, температура плюс 4, влажность 34%. Безоблачно, видимость более 10 километров. Ранская 8210, снижение на эшелону 8030 до Минска, ваше управление? 8210, вас наблюдаю, принял посадочный 154 градуса, эшелон перехода 8080, по давлению 764.7, курсом первого разворота снижается 900 метров. По давлению 764.7, посадочный 154, эшелон перехода 8.0, курсом первому снижаемся 600 метров, высота на 10. 900 метров. 900 метров, высота на 10. Горностай, 8241. 8241, отвечаю, Горностай. 8241, добрый день, схема, 34 минуты контрольных условий. 8241, добрый день, экипажа, 34 схема, записал, подход разрешает, то есть все работает на личном случае 154 градуса, погода простая, безоблачная видимость более 10, Горностай стал переменный. До 3 метров, температура плюс 3, влаги 34%, давление 764.7, 764.7. Давление 764.7, 764.7, условия принял. Поставьте, пожалуйста, заправку 34.8. Давление 764.7, эшелон перехода 8.0. 8-2-0-10, выполняю 4-й 500, и скажите, пожалуйста, мы никак не разрулим в 141-м, потому что у нас всего лишь 3 единицы колесного, мы их выгрузимся и готовы будем уйти, а так мы будем их ждать, пока они заправятся, пока разгрузятся. Я думаю, сейчас что-нибудь придумаем. Вас понял. У нас просто, мы не будем ни топлива брать, ничего, выгрузка будет, ну, максимум час. Я вас понял. Выполняю 4, занимайте 500 до входа. 500 до входа, выгрузка. 500 до входа, выполняю 4. Да мы быстро разгрузимся, тоже в секунду часа. Только ТЗ-22 и одна. Да, если заправимся еще сразу, то сейчас в течение часа успеем, там не хватит, не будем так сразу. По 0.10 это настанет. Например, 0.10. Я вам предлагаю тогда по схеме на 1200 походить, так посадку сделать первую на 41, а потом вы за ним. Мы тогда не уйдем без заправки. Тогда у меня вариантов здесь больше нету, мужики, потому что я вас прямо не разрулю здесь. Я понял. Ну тогда закажите, пожалуйста, обед. Мы тогда у вас покушаем не спеша на 20.